Ух ты, привет. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назаретянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.